Всем привет. Играю партию с гроссмейстером из Германии. И сыграю против него, наверное, Каталу. Слон f5, здесь играю конь c3 и на e6 конь h4. Такой теоретический вариант. И ферзь b3. Не тороплюсь со взятием слона на g6. Теперь слон f4. И уже, наверное, можно взять. Уйду в 2-0 теперь. Так, ну и можно, скорее всего, отвести слона на d2. А можно, кстати, и на e3. И потом отвести его на f2. И идея с e4 появляется. Давайте так нестандартно немного сыграем. То есть слон на f2, в принципе, может стрелять ближе к ферзевому флангу и прикрывать моего короля. Вот с такой идеей я как раз туда его отвел. И также, чтобы он на d2 или на c1 не мешался игре по центру. Провожу план с e4, чтобы захватить центр. Ну, если он уйдет в 3-0, я, может быть, смогу начать на него атаку там. Посредством как вскрытия центра, так и движения пешка и b. Конь g3 начал жертвовать соперник. Выглядит опасно. Но бояться здесь абсолютно нечего. Так, если еще раз заберу. Пока что не вижу каких-то прямых угроз серьезных. Если честно, не уверен, что эта жертва корректна. Я просто сейчас грожу пойти ферзь f2. И если не размен, то выигрыш ладьи. На первый взгляд кажется, что жертва была опрометчивая. Кстати говоря, я еще убил на d5, так что... С этим тоже нужно черным считаться. Я могу вскрыть их короля. И он будет не менее слабый, чем мой. Вот это ничего себе. Как мне хорошо тут зарядили. Да, и получаю мат просто. Красивая партия. Никогда нельзя расслабляться. Вот какой нужно извлечь урок из нее.